Всем привет, ребята! Сегодня мы будем записывать игру Snow War EO. Может быть, вы ее знаете. Это такая игра, в которой вы играете за вот такого вот снега. Не знаю, как это назвать. Но я сейчас вам покажу. Я вот, видите, у меня уже прокачанная Diamond 4. Алмазная медаль 4. Вот, смотрите. Вот. На самом деле это боты, они реальные люди. Я это сразу понял. Вот только начал играть. Тут, вот так вот. Мы можем их куда-то делать. А вот это бустеры. Они тебя могут ускорить, например. Не, может, вы ее знаете. Но, может, не знаете. Поэтому... Но вот видите, у них у всех поведение какое-то однообразное, реальные люди так бы не делали. Сразу понятно. Так можно друг другу меня убили. Разбивать чужие снежки своими снежками. Здесь еще есть разные карты. Когда ты выигрываешь, ты можешь перейти на новую карту. А можешь не переходить, это как ты хочешь. Я уже прошел все карты по несколько раз. Вот я кого-то убил. Хоп. Еще. Хотя его не получилось. Вот видите. Реально человек разве бы стал крутиться вот так вот у края? Почему имена у всех на английском? Хоть они типа из разных стран. Так, я его столкнул. Отлично. И нам еще дается иногда по несколько убийств, если тот, кого мы убили, уже сделал несколько тоже убийств. Вот, все, мы победили. И вот эта кнопочка, чтобы перейти на следующую карту. Вот такая другая карта в форме конфетки. Здесь прям замес. Кстати, вот на этих лужах, если ты на нее наступишь, то ты замерзнешь, ничего не сможешь сделать. Вот сейчас как вот, вот я и замерз. И вот этот замерз. Ну, все замерзли. Меня столкнули. В воде, кстати, мы тоже замерзаем почему-то. Вода холодная, похоже. Так. Кого из вас тут убить можно? Блин. Заново. Не настолько я профессионал. Я уже давно так-то не играл в эту игру. Опа. Они меня сейчас убьют. Блин. Меня заморозило. Вот это бустер на увеличение. Вот. Бесят вот эти люди. Блин, а. Чего меня сажали? Просто сажали. Ладно. Давайте. Вон, он замерз. Опа. Чел. Это я его убил. Чё? Вот почему, как только я в кого-то целюсь, вы тоже в него уже... О, чё, я его убил, да, всё-таки? Вот что ты крутишься здесь? Хоп. Ну всё, тебе не жить. Пока. Это тут можно... Летим. Даймонд 4, когда уж Даймонд 5, я очень долго жду. О, вот, кстати, вот это баг, что они вот так вот зависают иногда. А, о, теперь у меня зависло. Вот, просто сам свалился бот. Молодец. Молодец. И причем эти боты, они специально даже не забирают эти бустеры, они их случайно забирают. Вот я теперь большой. Опа. Так. Так, давай.
Давай, давай. Промазал. Так. Я теперь увеличился. Давайте. Опа. Там кто-то был? Там никого не было. Ладно. Опа. Ну, чел, ну ты же сам понимаешь, что его надо добить. Но ты его не добиваешь. Почему? Кстати, в смысле? Ну, ладно. А, что я увеличился так? А. Ладно. Следующая карта. О, прикольная. Это клеточки. Сейчас займусь я какую-нибудь защищенную лужу. Ой, я убил того чела. Подождите, дайте я мышку переставлю. Вот я отсюда не буду атаковать всех. Хотя нет, небезопасно. Так. Хелен. Да я этих Хелен типа уже миллиард встречал. И вообще таких скинов в игре даже нету, как у этих Хелен. Ну чё ты крутишься? Чё ты крутишься? Нормальный бы человек уже давно метнул этот мячик. Не, до вас никак не дойдет, что более выгодно вот этих убивать. Вот этого вот. Вот того вот. Вот этого вот. Вы чё, не зажимай меня, не зажимай, чел, да для тебя это невыгодно, блин. Для вас выгоднее вот этого убивать, чё вы его не убиваете? Почему? Ботов не научили убивать тех, кто больше. Я сам замерз, но я выиграл. Да задолбал реклама. Дальше, пошлите. О, я вот здесь спрячусь. Я вот здесь сейчас спрячусь. Опа. О, хорошо, что я отсюда ушел. Блин, ты что тут делаешь? А, ты блин. Блин. У него быстрое лечение. А, он уехал. Так. Я успел отъехать. Это хватит со мной-то вот. Баты, научитесь играть. А, ой. Да случайно у меня... Я, блин, для мышки места мало как-то. Немного. Кстати, что, я никого не убил, что ли? Так они тоже. Мы одного размера с ними. А ты не преследуй меня. Дай я вас убью. Управлять, кстати, тут мышкой, если что. Вот так вот крутишь, куда ты крутишь, туда ты едешь. А что, он не замерз? А, все замерз. Хорошо. Так. Сейчас тебя надо будет убить. Так. Блин. Кстати, ребят, простите за то, что я довольно тихо говорю. Просто я довольно громко, ну, не могу пока что. Где-то на следующей неделе я, возможно, смогу. Вообще, у меня микрофона нету. Это тоже не сильно хорошо. Ну, ладно. Это баг какой-то. Видите, текстурки друг на друга накладываются. Снега и... Это какой-то неровный круг. Когда тебя попросили нарисовать круг, но у тебя нет циркуля. Так... Оп. Каким образом он выжил? Блин, а да вы что его гоняете по всему, что только можно? Опа. Да что вы ее гоняете-то тут? Вот так надо убивать их. Ну что ты крутишься? Вот реальный человек бы не крутился так просто тупо. Опа. Опа. Че я такой маленький? Я же убил какого-то чела большого. Странно.
Может, я случайно взял вот этот эффект, когда его берешь, тебе, ой, светилы не даются увеличение потом. Но можно, знаете как, когда в последнюю секунду увеличение, можно бросить. Хопа. Ну, не хопа, не получилось. На следующей неделе, наверное, понедельник, вторник где-то, я смогу довольно громко говорить. Оп, оп, смотрите, сейчас покажу, как это. Оп. Ну, блин, я промазал. Видели? Я уже уменьшил самый шар, большой еще летел в него. Оп. Так, давай. Я большой. Я большой. Опа. Во, видите? Видите, я его большим убил. Так, давайте. Diamond 5 он вообще есть или нет? Я никак не могу понять. Я... баг. Он... Да что это? Как? Он, главное, когда был заморожен, он мог двигаться, потому что он заморозился в самом начале катки на вот этой луже. А когда он разморозился, он не смог двигаться. Странно это, конечно. Ну ладно. Я спрячусь тут. Буду. Тут та-та-та-та-та. Что вы все здесь делаете? Я буду крутиться так же, как и вы. И куда-то на рандом просто. Да ты чё? Так я же его убил, вы чё? О, вот это шанс, это шанс, это шанс. Но ты не мешайся, мелкий. Блин, они большие, ты чё мешаешь мне больших убить? Ты ж сам не сможешь. Ну блин, зачем ты мне помешал? Вот зачем ты? Объясни мне просто. Вот. Дайте ботам логику. Кстати... Сейчас меня убьют, когда я покажу. Отстань. Так тебе. Как ты как выжил? Я тебя сейчас добью. Вот так. Почему ты меня там? Хотя бы мне дали килл, а не какому-то боту рандомному. Вы что ты делаешь, чем? Что ты делаешь, бот, точнее? Вот и нету бота. Был бот, нет бота. Ладно. Кстати, я сейчас уменьшусь, если я возьму эту фигурину. Я просто уменьшился. Смотрите, я сейчас увеличусь. Оп, я увеличился. Она определенный размер задает и не увеличивает тебя. Хопа. Вот это... Это как? Следующая карта вот такая. Ну, так. Три круга друг на друга наложили. Ну, чел, ну, гений. Что еще сказать? Я случайно... Почему именно меня? Почему не его? Почему не его? Ладно, сейчас я вам покажу то, что я хотел показать. Вот, смотрите. Заходим. И смотрите. Во-первых, других игроков. Это не игроки никакие. Это боты. И написано онлайн. Какой онлайн? Это вообще нифига не онлайн. Смотрите, здесь облачных сохранений. Ну, это типа облачное. Это... Когда что-то хранится нескольких пользователей. А их нету. Их нет. Вот я написал здесь отзыв, что это не онлайн. Что нас обманули. Так, ладно. Давайте еще попробуем пару каточек. Я хочу добить себе Diamond 5, если это возможно. Если через две катки этого не будет, то я буду завершать ролик.
Давайте это один лайк на этом видео. Я выпускаю продолжение. Хорошо. Как раз у меня на прошлых моих видео вообще лайки не ставили. А я все равно выпускаю продолжение. Ну чё ж вы меня убиваете? Да ладно, давайте еще. Погнали. Карта эта мне вообще не нравится. Так-то. Если честно. Не тем, что я на ней проигрываю. А тем, какая-то она странная. Не знаю, вот что это такое. О, блин, вы отстанете от меня сегодня. Оп. Оп. Это что за... А, блин, я промазала. Ну, чел, ты мешаешь. Ну ладно, все равно я вас сейчас убью. Давай, хопа. Давай я накоплю сейчас большой больше. Хоп, я уменьшился. Хоп. Мне обратно не увеличили. Ну, все, я выиграл. Если Diamond 5 нету, я заканчиваю ролик. Diamond 5 нету. Ладно. На один лайк вы увидите продолжение. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.